зря его пытались. Надо ехать уже. Походу Робби дам. Спасибо за 55. Робби донат. Так, на первый дроп уже упал, наверное, по таймингу. Хуй еще увидишь. Ладно, второй заберу между ними, тайминг маленький. Ну, этот, судя по траектории... Куда, вы видите ракетницу? Я не вижу ракетницу. Может, это и нормальный дроп. Да, нормальный. Ну он пиздец далеко, опять же. Мне еще надо остров переплывать этот. Только починили. Ахаха. Ахаха, да. Хорошо, что починили, я как раз заканчиваю. После этой. Блять, вот так не в тему тут река, это я бы уже подъезжал бы к нему, если бы не речка. Первый не считается, это снайпер. Так. Все, считайте, что у меня один килл.
Рекрент, мой друг Алмаз комплексует, что он гей. Что ему делать? Пусть смотрит стримы на Твиче, тут его точно никто не обидит. На Твиче максимально толерантная комьюнити. Вообще имя красивое у него. Есть номерок? Заносись. Я с тобой приду. Знай. Мне проще сейчас грозы сделать киллы, я же еще с пулика. Или я убивал с пулика? А, не, не убивал с пулика. Цифру 2 увидел, думал, что убивал. Там снайпер же был. Ждут. Который мне нельзя вызывать. Не знаю, Крисмас. Вряд ли там Best of 5. Нужен еще дроп. Где я стопнул? Тут под домом где-то.
Один. Одесса, что ли, чела убили? Это два? Два плюс три, да, два. Еще один надо. Пулик тот, конечно, первый. Я ж не перезаряжал его даже. Первые пульки так хорошо залетели, потом не попал ни черта. Еще по тропинке бежит один. Надеюсь, в киткате никто не сидит, а то будет неприятно. А тот может савиком, у него гелик там.
Куда он стреляет? Так, все, осталось 30 с этого полика и потом без атачи еще килл. Прицел атачмент, да. Пойдем 24 возьмем. Может, с нее убью. Можно Нексик, потому что один из них был стрим-снайпер. Мы их не считаем. Бля, надеюсь, я сейчас 3 фрага-то найду хотя бы. 4 точнее. Потому что людей вообще нет. Вот в школе есть, его убью. Вот бы он пострелял, сейчас спалился. Ты его фиг найдешь сейчас. Блять, как его найти? Он сидит, ничего не делает вообще. О, подо мной прям.
не тут, да? Еще один? Или сколько? Подождите, 6 плюс 2. А, еще 2, еще 2, еще 2. Я же сам это говорил недавно. Ой, опасно. Зона на Нави Покчамп. Не умри только. Прошу. Ерить бы его, может он без каски. Каков шанс? О, надо закрывать. Блин, не видно его. А вон видно. Он не туда пошел, куда надо было. А этот скала не в зоне, нифига. Его тачка сбила. Представляете? Так, Крымчик, я правильно понимаю, что сейчас я убиваю вообще как хочу одного вот этого? А последнего без атачей. Все правильно понял? У тебя уже без атачей, Дим, стой. В смысле, два врага, я одного убиваю как хочу, а последнего без атачментов. Последнего, вон, Крым правильно все пишет. Точнее, я правильно все подумал.
Бля, если он от зоны умрет, это такое фиаско будет. Опа! А круг-то на него прокнул, какого хуя? Это что? Не надо было пушить? А кто знал, что на него прокнет? Ебать лакер. Че это за круг говна? Хуя мы обменялись с ним местами. О, Кемба, здорово. Оп. Ура. Прям перед скрамами. Это последняя катка стрима. GG.